гитару купили. Давай дай. Дайте мне гитару. Выбираю, смотри. Тут же струны настраиваются вот здесь. Вот открутите. Да не крути. Кто торопится, идет пешком. Саша, спасибо. Будьте здоровы. Вчера письмо пришло с Киева на сына, сыну 16 лет. Шановный родитель, ваш сын, вступайте в НАТО. Это хорошая организация, ваш сын будет обутый, иностранно, одетый, все. Ну, его призовут, и он будет убитый на Кавказе или где-то в Ираке, но будет похороненный с почестями. Ну это что, подъемка, как оно говорится? Что такое? На консультацию. Консультация будет в следующей жизни. В этой нет. Остановка будет называться «Черемушки, переходящие в консультацию». Плавно. Музыка. А по математике что тебе задавали, Юля? Ну, видишь, ничего не задавали, просто контрольные были. А может, просто ты ничего не написала? И книжку давай, 319-я страница. Вот бери ручку. А где? Все, а? Где? И давай. А забрехню полчаса в углу. Поняла? Сейчас я тебе табуреточку принесу. Сначала ошибки надо найти. Умник. Вот. Сначала читай сказку. Вслух, дорогая. Чтоб я слышал, что ты читаешь, а то, может, ты просто губами водишь. Я читаю. Давай, Юля, читай. И аккуратно пиши. Это... Хоть на черновике ты ж руку вырабатываешь, Юля. Чем лучше сейчас будешь, тем лучше потом. А во сколько ты придешь? Утром, сколько? Ну, во сколько? Не знаю. Не знаю. С ума сходила. Просто не думал, что так строго будет. 1 сентября я был. Да, 2 ж. Уже все, да. И вот 29-го пошел, а мне говорят, тебя отчислили. Я ж просто не думал, что там так все серьезно будет. Что отчислили. Я же мол месяц поработаю, подучиться дальше.
мы с одноклассницей выходили на... У нас субботник был. Мы выходим, а там коты. Их вся школа видела. Давали сосиску в тесте, никто не забрал. Мне стало жалко и забрала. Ой-ой-ой, ну привет, маленькая. Вот так. Ой, боже мой. Комиссия приехала. Закрыли? Да, прикрыли. На 4 дня. Луценко приезжает к нам. Луценко. Ну, ничего. Чего, не боятся, просто там звонок пошел, предупредили, и все. Ну, а как? Как обычно. Он приедет, да, соберет и увидит. Денежку заберет и увидишь. Ну да, я же говорю, крыша должна быть крышей. Да. Всем надо платить. А без этого никуда. Хозяин позвонил, сказал. А кто ему позвонил, мы не знаем. А я не знаю, кто там пошел. Предупредили. Вышестоящие. Органы власти. Вообще у меня работать уже желания нет. Потому что уже нормальных хозяев тяжело найти на шахте. Они либо дурят, либо зарплату маленькую платят. Ну, на последней шахте, что я работал, там было и одно, и другое. Пойду учиться, отучусь и пойду работать уже на нормальную работу. Теперь выбрал только учиться. Потому что если буду только работать, будут проблемы. Я ж просто попробовал, чтобы и учиться, и работать, оно не совмещается приятное с полезным. Мальчик идет к нам в группу. У нас специальность электросварщик ручной сварки, контролер сварочных работ. Вот сейчас я буду только учиться. Уже раз работы, наверное, чуть-чуть уволнуюсь. Я большую часть времени провожу на работе. Я работаю с 8 утра до 5 вечера, так как дома делать нечего, работаю до 10, иногда до 8. В зависимости от того, как устану. Я, в принципе, сильно люблю свою работу. Каждый работник фуршета, который работает уже в системе, ну, в сети давно, его, если он хороший работник и понимает в своем деле, его отправляют на повышение. Я пришла в магазин, мне дали бычек стажер. Поставили на овощное дело. И у меня дома не сидится, да? Да. На второй день меня уже начали стажировать на заводдела овощного отделения. Через 4 дня я уже документально стала заводдела. Все площадки у нас позакрывали. Сейчас почти
Только кому есть куда сдавать и по дешевке. Заводы все позакрывали, где перерабатывали уголь. Сейчас только уголь надо на электростанции. Расуль одна популярность. Портит все на постоянно. И меняться не хочет. Я когда работал, я себе такого мнения не был. У него даже на дорогу в бурсу не выпросишь. Я, в принципе, что туда много пропусков там и сделал. Из-за того, вот как заморозки были, не хотелось идти пешком. А сейчас шлифуют за то, что не ходил. Проводят пацанов домой. С чем связан? До 3 ночи не спишь. Там ничего не надо. Я же говорю, она тогда вот прошла с Сережей в 1 ночи. Нам сказала, одевайтесь и идите отсюда. Мы оделись и пошли. Пошли к маме. Если бы мама не открыла, ночевали бы на улице, наверное. А вот когда мы уходили, она только Юру угоняла, а меня нет. Ну, а Юля ушла бы и терпеть ее надоело. Я ее постоянно жалела. Я ей последний год, когда ругались, я аж чуть и не заехала уже. Сдержался. Просыпаюсь, ну, лежу еще под сном. Она, Юля, говорит матами, сейчас типа по харе дам. Я говорю, давай, вот уж в тот день мы ушли. Thank you.
Юль, привет. А мама дома? Дай, пожалуйста, я трубку. Алло, ма, привет. А у тебя уголь есть? А? У тебя уголь есть? Я не понял. У тебя уголь есть? Нету пока. А можешь мне принести завтра 2 ведра? Я тебе денег дам. Утро. А что ты делаешь? А чего я не прохожу? Мне некогда, я на работе. У меня же выходные только послезавтра начнутся. А ты дома же? Да. Попозже, может, приду. А дядя Ваня дома? На работе. А во сколько будет? А? Во сколько будет? Ну, в час как-нибудь. А ты что, пьяная? Чего я пьяная? Сраная. А что у тебя с голосом? А? А что у тебя с голосом? И вот он у тебя сраный. Слышишь, ма? Мама. Я была у гадалки, она сказала, что если ты себя возьмешь в руки, то будешь здорова, а если нет, то скоро сильно заболеешь. Ты слышишь меня? Не, я серьезно говорю. Она сказала, рассказала все, что было в жизни. Ну, за все, за папу, как он умер, все, что у меня на работе творится. Говорит, мама сильно заболеет, если не возьмет себя в руки. За папу рассказала, говорит, недавно был гроб. Говорит, у тебя до сих пор слезы на душе. Говорит, молодой был, перед его смертью был еще один гроб. Ну, за полностью все рассказала. Так что, тебя завтра ждать? Да, я утром. Угу. Ну все тогда. Давай. С 22 года увлекался коноплей, травой. Потом умер его дедушка, и он поехал к нему на похороны. После похорон приехал, через месяц сам умер. Врачи показали цирроз на гнойной перитоне печени. Хотя он жизни не пил. И все. Когда мы с Юлей зашли, он с ремнем, он хотел, наверное, повеситься, открыл шифонер, там была перегородка. Открыл шифонер, и не хватило ему сил, он умер. Еще раз, я не очень поняла. Хотел повеситься, и не хватило ему сил повеситься. И он умер с ремнем в руках. И вы там были при этом? То есть на ваших глазах фактически? И скорая не успела приехать. Я неделю дома не жила. И не могла находиться. После этого, да? У подружки была напротив. Мама пить начала. Она даже допивалась до того, что разговаривала с углами, с шифонером могла разговаривать. Она не осознавала, что она делает. Когда мне исполнилось 18, мы договорились, отправим ее лечиться и будем жить от нее отдельно. Она лечилась неделю или две. Потом вернулась, вроде бы бросила пить. Юра опять к ней ушел. Юля оставалась со мной. А сейчас получается так, что я не успеваю ни за Юра, ни за Юля смотреть. Я не вижу, чем они занимаются, что они делают. Когда за папу разговариваю, постоянно плачу. Тяжело вспоминать. Можно я покурю? Оставалась грязная посуда. Да, я просто ее не успевала мыть. И что? Ну, она мне била эта кастрюля. И когда уже пришло мне 18 лет, девочки видели мою спину. Да, она тебя по спине била? И по голове там хорошо побила. Не только меня. И ее рубила, и Юля.
посмотри, пожалуйста. Ну, это же мы все освободили, вот этот шкаф все освободили, поэтому. Да, это все убираю, у нас есть куда убирать все. Здесь звонок. Все то, что на окна, все остается, все то, что стол, кресло, вот этот вот шкаф. Все, телефон у нас есть, да. Это же шпань. Так, здесь я еще. А ну, мы здесь живем, мы не знаем, кто живет рядом с нами. Я же твоего деда знал. Сиканов. Видел, Сиканов. Я же не знал, что он, оказывается, твой дед. Ну да, родной. Родной? Ну вот я же его помню, такой был ответственный человек, большой начальник был. Ну да, директор Химаша. Директор Химаша, да. Ну я должен так сказать, что случайностей в жизни не бывает. Видимо, так получается, что вот этот твой дед, наверное, подсказывает. Случайностей не бывает. Случилось так, что этот Юра тянул всю семью, насколько мне известно. Он один тянул семью, а там мама и еще две сестры. Это вот и, возла... отчим. И отчима еще кормил. Надо такос опять понабирать, можно, сараев много. А вот угля сколько тут нужно? 3-4. И уголь хороший, это да, квартирный уголь. Да, это да, тот, да. Который... А я уголь разбираюсь. И вот до конца зимы хватит. И еще на следующую зиму, на начало хватит. Со всем, вот чтобы все, я что там, здесь, ничего отсюда не беру, что вы видели, совершенно. Это будет $1000. Со своей стороны, как я бывший здесь хозяин уже буду, или как я... Приду, посмотрю, потому что еще дети, наведаюсь, какой-то малый контроль, я думаю, что не помешает еще. Я думаю, он выкарабкается. Даже не то слово, а все будет у него хорошо. Я сейчас уже тут дома. Кота. А? Закрыл все. Да, Уля, у тебя даже масло замерзло. Так как там жить можно туда?
Да все, больше. Привет. Я приду к вам подруга. Подружа в куче. Ну, покажи живот. Сняли шутик? Поставлю. Ага. Ты хочешь мой живот посмотреть? Да. Ну, давай попить еще. Бери. Посмотрим на воду. Ну, вот аппетит был. Смотри, это трубки. Вот они. Надо было не текать, когда я первый раз вызвал скорую. А вот мне шрам. Врач говорит, еще бы немножко и отправили к меня на тот свет. А это тут был 100 гривен 95 копеек. Анестезиолог тоже весь наркоз вообще, все наркотики под свою фамилию брал, тоже в долг. Два врача брали под себя в долг, то есть на свое имя в долг. Ну, а теперь надо проплатить это все. Нормально. Фу, блин, я теперь твой живот вспоминаю. Это мясной салат. Пирожки. Котлеты. Рыбу нельзя. Нельзя. Можно жрать. А, жареная, значит, не знаю, как это можно. Котлету можно, а рыбу нельзя. Ну, дальше мне жить, по-моему. Тут все такие, кому я. А? Кому я, тут все такие. Стоя! Пошли, пошли, пошли. Это сказочная цена. А это что, чекем? Это типа мясо? Я хочу то. Короче, все по одному заказываю. Всего по чуть-чуть. Есть. Иди. Дедушка умер же от рака крови. Помню, что он такой здоровый был дядькой, а так, что какой-то внятный, я его не помню. Мне тогда было 2 года, когда я его видел. Я помню, что мы жили в селе, когда еще, что они к нам приезжали, что у нас в селе стояло под домом 2 машины, Волга и Победа зеленая. И то мы гуляли с них, пока они там пили водку. Вот это я помню. А так я дедушку, считай, не помню. Thank you.